Мне было 5 лет. На день рождения мне подарили интерактивную игрушку. Она мне не понравилась. Я вытащил провода из нее, подошел к розетке на стене, вставил провода в нее и держал. Я получил серьезный ожог тела. Лицо, веки, ресницы, мои вены, руки были опалены. И я не мог разговаривать. Во время того, как я ждал медиков, в комнате находились другие люди. Моя мама сказала, что никого там не было, но я их видел. Они помогали исцелить мое тело и были за пределами этого мира. Не особо взрослый, лет 6, может, 8-9, я спросил у моего дедушки, куда уходят наши мысли, когда мы умираем. Я не мог понять, куда уходят наши мысли. Я не помню, что он сказал, но помню, как он смотрел на меня. Это было что-то вроде «Хороший вопрос». Во время того, как я играл, я чувствовал, будто вышел из тела и зашел в другой временной период. Я продолжал играть, но вокруг меня был камерный оркестр, будто это было пару сотен лет назад. Я помнил это. Я помнил, что я там играл. Слои и слои энергии, слои и слои реальности. Когда я зашла в это место, я почувствовала, как мое тело наполняется светом. И этот импульс бесконечной любви был мучительно божественный. Вы в это верите? Есть так называемые духовные люди, и они разговаривают красивыми, духовными словами, но даже будучи ребенком, можно видеть, что они не живут так. Поэтому я уклонялся от духа, я думал, что это неправда, но наука... Я не был духовным человеком до того момента, как я вдруг осознал, а откуда я? Звезды. Вообще, я инженер. Это то, чем я занимался 43 года моей жизни. Это чрезвычайно логично, трехмерно, и каждая вещь подходит как пазл, который имеет смысл. Мне это нравится. Как только я зашел в тему эзотерики, вдруг появились невидимые вещи, которые я не мог объяснить, и которые не подходили к пазлу. С разницей в 3 года двое разных мужчин с разницей в возрасте в 40 лет сказали одну фразу. «Есть мастер магнетизма по имени Крайон, который хочет с тобой связаться». Я слышал это своими ушами. Все, что я мог делать и делал, я садился на стул и спрашивал. «Хорошо, ты там?» Ничего не происходило, кроме того, что я плакал. Он получает информацию от высшего разума, который получил имя Крайон. В первых книгах была дана информация о способе инактивации вируса с помощью магнитов. И то, что удивило меня, что в книгах были точно описаны те виды экспериментов, которые я делал в Университете Южной Калифорнии с вирусом СПИДа. Это было умопомрачительно.
единое поле. Здравствуйте! Мы только что завершили невероятный тур по Израилю, который длился неделю. Более 300 людей из более чем 35 стран мира. Из Анголы, Австралии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Болгарии, Канады, Чили, Колумбии, Дании, Эквадора, Франции, Германии, Ирландии, Израиля, Италии, Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, Никарагуа, Норвегии, Польши, Португалии, России, Сингапура, Испании, Швейцарии, Таиланда, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Уругвая и Соединенных Штатов Америки. Я хочу пригласить господина Ли Кэрролла. Ты проводишь интервью с эзотерическим ченнелером, в существовании которого почти никто не верит. Когда я говорю, что Крайон говорит то, это звучит странно для людей. Так что просто хотел, чтобы ты знала. Как инженер, ты должен понимать, что есть мост, который надо перейти. Однажды моя жена взяла меня с собой к духовному контактеру. Я не хотел, но был ее день рождения. Этот человек делал то, что я делаю сегодня. Я смеялся, я не верил, но это было записано. Спустя 3 года она сказала, что хочет, чтобы я пошел еще к кому-то. Я отказывался, но она уговорила меня. Всего 15-20 минут. Я пошел, мне не понравилось, и я сказал, что все, последний раз. Но потом я начал думать, что оба сказали одну интересную вещь. Они оба сказали «Крайон». Приветствую вас, мои дорогие. Я Крайон из магнетической службы. И теперь мы в Тель-Авиве, перед более чем 900 душами. Притворяется ли этот человек на стуле, или тут что-то действительно есть? Я хочу, чтобы вы остановились на мгновение и взглянули на происходящее со стороны. Вы слушаете человека, который сидит на стуле, и вам говорят, что источник этого голоса за пределами этого мира. И всегда есть вопрос: это реально? Настанет ли время, когда люди допустят возможность существования того, во что они не верят? Пройдет не так много времени, и ваши ученые увидят то, что я назову «поле». Поле – это доброжелательная и гармоничная вибрация. И если вы приходите в согласованность с ним при помощи вашего сознания, вы активируете свою клеточную структуру. Те, кто могут быть в полной и глубинной гармонии с полем, могут контролировать физику. Мы сидим в южной части Израиля. Вид здесь потрясающий. Мы почти в начале тура, и это то, что мы говорили изначально, не так ли? Мы сказали вам, неважно, что вы увидите в ближайшие дни, ищите Бога внутри. Вы правда можете это сделать? Действительно. Я родился очень чувствительным и всегда знал, что есть что-то большее.
Когда мне было около 40, я шел по Харлоу-он-Хилл в Лондоне, и на середине пути я почувствовал, будто кто-то тычет кубинской сигарой мне в спину. Она была горячая, будто обжигала. Даже мой пес остановился, посмотрел на меня, а я на него, и почувствовал, что-то произошло. Когда включают газовую конфорку, то слышно «уш», и она зажигается вся сразу. Вот так я себя почувствовал. За 30 секунд я стал гиперчувствительным к электричеству. И вдруг я почувствовал, будто поля вращаются вокруг моего тела. Я сел под дерево и начал играть руками с тем, что я действительно мог чувствовать. Это было начало. Вы чувствуете тепло, холод, покалывание, движение, кровоток. Вас можно толкать, тянуть. На вас можно воздействовать сотни метров. Это не связано с дистанцией. Это эфир, это поле. Следующий. Мы снимаем измерения с пальцев. Мы все существа света. Мы все излучаем фотоны все время. Поэтому мы измеряем свет, который выходит из пальцев в электромагнитное поле. Я изобрел этот инструмент около 20 лет назад. Эта система была разработана для врачей. Она может подробно анализировать состояние человека. Меня зовут Константин Коротков. Я ученый, профессор квантовой физики, биофизики, лазерной физики, физики атмосферы, звездной физики, медицины, сборки инструментов. Я опубликовал более 200 статей в научных журналах, написал 11 книг, которые были переведены на многие языки. Я был истинный материалист. Меня зовут Брюс Липтон. Я маленький ребенок, сын русско-еврейского отца, жил в Соединенных Штатах в эпоху Маккарти. И когда я рос, независимо от того, насколько все были против евреев и россиян, Альберт Эйнштейн был героем во всем мире. И он был евреем, поэтому он был и моим героем. Это привело меня к науке. В итоге я преподавал в медицинской школе традиционную науку, в которой гены контролируют нашу жизнь. Один эксперимент, который я провел, полностью изменил мою жизнь. У меня было 50 тысяч генетически идентичных клеток в чашке Петри. Все клетки были взяты у одного и того же родителя. Я разделил клетки по трем разным чашкам и изменил среду каждой. В первой среде клетки образовали мышцы, во второй – кость, а в третьей – жировые клетки. И остался вопрос, что же контролирует судьбу клеток? Ответ – не гены, они были полностью идентичны. Единственной разницей была среда. Но в то время, в начале 70-х, весь научный мир был так погружен в тему генетики, что когда я пытался показать свои эксперименты, мои коллеги смотрели на них и говорили, «Нет, это биологический артефакт, это не настоящее». И я ушел из этой школы. Я знал, что я учил неверной информации. Я знал, что гены ничего не контролируют. Следующий. Мы провели эксперимент на амипцерамон. Хотели проверить, можем ли мы определить воздействие на людей из разных уголков мира. У нас было 5 камер, и все камеры были синхронизированы с нашим оборудованием. Все эксперименты были проведены слепым методом, так что люди не знали, в какой момент начнется воздействие.
Вокруг тела есть слои, и они начинаются с 1 миллиметра от кожи и до определенного поля, которое окружает тело. Между кожей и границей поля есть еще много других полей. Я начинаю, почти прикасаясь к человеку, и медленно двигаюсь назад. Я ищу поле, которое даст мне самое сильное ощущение в ладони. Когда я нахожу правильное поле, оно начинает пульсировать. Пульсация поля для меня – это самая мистическая вещь в мире, потому что я понятия не имею, что это такое. Эта чувствительность есть у всех детей до 3 лет. А потом появляются условности. Я большой, а ты маленький. Я умный, ты дурак. Я расскажу тебе, как устроен мир. Пап, подожди, нет-нет, это я расскажу тебе, как все устроено. Я верю, что любой может сделать то, что я делаю. Да, у меня 20 лет опыта, но вы все так можете. Здесь нет никакой тайны. Энергия резко возросла. Отсутствие целостности в энергетическом поле до связано с разными дисфункциями организма. А после поле стало более однородным. Без сомнений, было ярко выражено воздействие. Меня зовут Тронд Арансон. Я основатель метода МАКСИТЕ. Это энергетическая медицина. Я перестал преподавать и начал изучать квантовую физику. В ньютоновской физике мы говорим, что все похоже на механизм. Мы создали картину атома в виде маленькой солнечной системы с электронами вокруг. Но это механический образ, созданный из механического убеждения. Никто не видел атом, это была просто идея. Но примерно в 1895 году начали спрашивать, из чего сделан атом. Обнаружилось, что внутри атома что-то есть. Есть электроны, ядро и более мелкие частицы. Тогда люди начали спрашивать, из чего сделан электрон, из чего сделан протон или нейтрон. Выяснилось, что в них нет ничего, кроме энергии. Вселенная состоит из энергии. Физики назвали это полем. Поле чего? Невидимой энергии. Невидимая энергия вокруг вас. Это так завораживающе. Что это? Может, вы хотели бы упаковать ее в бутылку, взять домой и провести анализ? Но вы не можете. Действительно, что это такое? Вместо того, чтобы смотреть и говорить, возможно, есть некоторые недостающие законы физики, о которых мы не знаем. Но это человеческая природа – взять то, что известно, заметить то, что неизвестно, но существует, и разложить это по коробочкам уже известного. Даже если это не имеет смысла, даже если вопросов стало еще больше. Добро пожаловать в темную материю. Позвольте мне рассказать вам об одном очень важном аспекте, который вы упускаете. Это место физики сознания. Я работал в лаборатории по инженерным аномалиям в Принстонском университете до выхода на пенсию в 2002 году. В 1997 году я начал большой проект по изучению сознания. Мы создали сеть около 70 точек по всему миру. У нас есть генератор случайных чисел, который подключен к компьютеру. Он собирает данные без перерыва. Генератор — это диод и цепь, которая проталкивает электроны через барьер. Мы моделируем крошечное электрическое напряжение и конвертируем его в нули и единицы. Если напряжение высокое – это единица, низкое – это ноль. Обычно мы собираем 200 таких единиц и нулей в секунду. Так что генератор случайных чисел дает много данных.
Мы извлекаем их, рисуем график, показывающий совокупное отклонение. Ожидается, что график иногда идет немного вверх, иногда вниз, без каких-либо тенденций. Но когда некая информация добавляется, из-за сознания мы увидим устойчивую тенденцию в графике – вверх или вниз. Есть взаимосвязь между состоянием сознания человека и манерой формирования последовательности цифр. Меня зовут Роджер Нельсон. Я основатель и директор проекта «Глобальное сознание». Пятикратный обладатель звания автор бестселлеров по версии New York Times. Известен во всем мире как первопроходец в области науки, соединяющий духовность и человеческий потенциал. Поприветствуйте Грега Брейдена. И он мой друг. Спасибо. Илон и я запускали эту программу вместе 15 лет назад. Это очень красивый график. Между первым и вторым отклонением наблюдается отчетливая тенденция, и это очень существенно. То есть группа людей, создающая поле коллективного сознания, меняет поведение генератора случайных чисел. На протяжении 300 лет наука задавалась вопросом, есть ли энергетическое поле, которое объединяет все, или все отделено от всего? Это большой вопрос. Поле — это энергия. Поле является источником всего. То, что на самом деле делает музыка, она подключает к полю. Как только вы подключены, вы чувствуете свою силу. Меня зовут Роберт Коксон, я композитор. Я всегда играл музыку. С полутора лет это всегда было моей страстью в жизни. Когда я учил химию и геологию, биологию и физику, я считал, что это изучение маленьких кусочков большей силы. Просто люди не говорили об этом. Я никогда не разделял науку и духовность. Я задал вопрос, а что если вместо отделения науки от духовности мы объединим эти замечательные способы познания? Я упрямый человек. Упрямство выросло из логики, которой я жил. Я верю в то, что вижу. И я хотел узнать. Так что я сел на стул, я был один. И был только один способ, который бы сработал со мной. Это мое сердце. У меня были такие сильные эмоции, доброжелательность, забота и любовь, которые я никогда не испытывал. И я понял, что там есть что-то, и оно настоящее. Но ты все равно сомневаешься в этом. Нужно время, чтобы привыкнуть, и чтобы доказательства появлялись снова и снова. И в итоге я осознал, что мне придется выйти на сцену. Для меня это было смерти подобно. В первый раз я выступал перед 10-15 людьми, и мне пришлось поменять рубашку в перерыве. Так сильно я потел. Это было ужасно. Я сказал, это не для меня, я не хочу этого, это не я. На что Крайон ответил, используй свою жизнь в Греции. Тогда ты был оратором, красноречивым оратором. Я вставал перед людьми, их становилось больше и больше. И я пробовал. Я говорил, я примеряю то, кем я был раньше, когда я был расслаблен перед толпой. И сейчас я вообще не нервничаю. Единственное, о чем я волнуюсь, как донести послание верно. Давайте посмотрим на силу и физику сознания. Однажды произойдут новые открытия физики, и когда это произойдет, вы увидите, что сознание — это энергия. Сознание — то, что люди думают сообща, может быть измерено. Коллективное сознание меняет вещи. Вера создает изменения.
Меня зовут Лин МакТаггарт. Я писательница и журналистка с международными наградами. Я написала 7 книг, 4 из которых о науке и духовности. Всем привет! Я хотела проверить идею о том, что наши мысли могут менять физическую реальность. На самом деле, я не была уверена, что это сработает. Мы хотели проверить, возможно ли обнаружить изменение параметров воды под влиянием коллективного намерения, и люди при этом были в разных частях мира. Это наша установка в Санкт-Петербурге, Россия. Датчик изменений воды находится в этой бутылке с водой. Мы пропускаем небольшие электрические импульсы в воду и измеряем ее показатели. Уровень проводимости, кислотности, отрицательный потенциал воды – это комбинация разных параметров. Я разработал специальный датчик, спутник. Он может реагировать на сознание человека. Мы измеряем рассеивание электромагнитных волн в поле, так что это физика. Простыми словами, мы измеряем условия пространства по количеству отрицательных и положительных ионов, и их взаимосвязь, и, конечно же, излучение. Плюс геомагнитное поле. Я включил измерение в полностью автоматическом режиме. Вышел из комнаты и закрыл дверь. Я не знал, когда именно происходило влияние. В Майами был день, а в Питере была почти полночь. Мы готовы? Хорошо. Глубокий вдох и глубокий выдох. Глубокий вдох. Представьте себе эту бутылку с водой. Представьте, как вы соединены с ней. Представьте, как ваше сознание движется в Санкт-Петербург. И отправляйте намерение в эту воду. Наше намерение – послать любовь этой воде, чтобы она стала частью наших сердец и стала более чистой и щелочной. Продолжайте чувствовать связь со всеми, кто находится в этой комнате. Общее великое сознание. И тогда, когда вы будете готовы, возвращайтесь в комнату. Мы вчера провели эксперимент с водой, помните? Да. Мы не повлияли на кислотность, мы не изменили световое излучение, но мы оказали огромное влияние на окружающую среду вокруг воды. Каждый столбец показывает 10 минут измерения. Замеры производились 1.5 часа, 90 минут. Все синие столбцы показывают, когда аппаратура работала. Все зеленые, когда я начинала говорить. Красный столбец – это 10-минутное окно, когда вы держали в фокусе свое намерение. Сигнал варьировался первое время, а потом значительно упал вниз. Это говорит о том, что ваше спокойствие повлияло на маленькую бутылку с водой, которая находится в сотнях тысяч миль от вас.